Ну, сравнивая Таиланд и Египет, а точнее сравнивая курорт Хуахин с курортом Шарм-эль-Шейх или курорт Хургада в Египте, ну, скажу, что явно мне бросилось в глаза, когда я приехала. Конечно, мы все, когда жили в Хуахине, считали, что у нас много русских, что вот русская комьюнити, да, в Хуахине. Но когда я приехала в Шарм-эль-Шейх, я поняла, что у нас ничего. Если мы там по пальцам знаем, ну, практически всех знали, кто живет в Хуахине, то в Шарм-эль-Шейхе я была очень удивлена, когда увидела, что на каждом шагу очень много русскоговорящих. Да, давайте, ну, конечно, наверное, 80% сейчас здесь это с Украины. Вот, вот это комьюнити. Когда ты идешь, и на каждом шагу ты действительно видишь, да, своего. Вот, вот это удобно. Это удобно. Значит, потому что тебе все подскажут, тебе расскажут. Есть также группа в Фейсбуке, где всегда на любой вопрос тебя сориентируют, подскажут, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. Это очень удобно в чужой стране, когда ты понимаешь, что обязательно найдутся те, кто тебе помогут, расскажут, сориентируют. Вот. Это плюс, безусловно. И очень много здесь, конечно, пар, где да, мужчина местный, жена русская или с Украины. Ну, это вот такая как бы особенность в Египте.